гусиная облава у Вити. Гусями облазился. Да, Вить? За Илиули, ну, гуси. Три веселых гуся. Один Витя, Егорка и Ракель. Три таких гуся и три таких гуся. Мама Лена мечтала об одном гусе. Подписчики об этом узнали. Прислали ей разных гусей, сказы. Разноразмерных даже. Да, да, зопа. Ну, ночуют эти гуси, кроме одного, все. Ну, вот эти в комнате в своей. А эти в комнате нашей, но на полу. Да? Гуси мои, гуси, гуси. Гуси, гуси, га-га-га. Есть хотите? Да-да-да. Ой, сладенький, проснулся. Пошел в туалет, сходил. К маме писал, говорит, давай чуть-чуть полезим. Давай чуть-чуть, говорит, полезим, мам. Полезим чуть-чуть, ты меня, говорит, подсесас. Я тебя поуспокаиваю. Да? Идем мы пока. Бачка, бачка, мамины. Мамины бачка. Ой, бачка. Да ладно тебе. Двигается. Моя зобка любимая. Кайфунечка моя. Сейчас Суиндя-брындя еще придет тут. Вон они ходят там. Все, весь покой твой нарушат. Так что давай. Ну, видишь, какие подушки безопасности. Можно лизать. Да куда ты собрался? Ты куда от меня собрался, корочка мои? Так, отстань, пожалуйста. Вон он идет по батарее, по занавескам, по батарее. Егор, и за батарею, скажи. Ну, вот он, вот он. То маму вчера куснул. Вчера приезжали родители его, егоные, которые его нашли, которые его спасли, которые его выходили. А он при этих родителях, маме своей нынешней, пальцы прокусил, руку прокусил. Иди сюда. Сюда иди, казала. Кто прокусил? Как разыгрался, как разошелся. Короче, палец вот. И вот. Насквозь. Ну, это синяк вот уже образовывается. Бандитос. Пошел по вещам. Бандитник Егорский. Ругать начала, сразу все ретировались с комнаты. Нормально так.